Окружные проекты, воплощенные в жизнь за минувший год, заслужили характеристики «успешные» и «популярные». Охват участников – 1 миллион 7 тысяч человек. Общими усилиями достигнута гроссмейстерская планка, как отметил заместитель полпреда президента ПФО Олег Машковцев. Ульяновская область показала отличный результат наряду с соседями – Самарской областью, Пермским краем и Республикой Татарстан. В нашем регионе прирост составил 7 тысяч человек. В качестве примеров успешного участия в минувшем году на окружном конкурсе «Успешная семья Приволжья» первое место заняла приемная семья Алыховых, где воспитывается 5 детей. В этом году на соревнования отправляются победители регионального этапа «Семья Ломакиных». Буквально послезавтра в Чебоксарах у нас начнется финал конкурса «Успешная семья Приволжья». Отмечу, что критерии оценки семей в этом конкурсе были пересмотрены в соответствии с вашими же предложениями. Актуализированный регламент определение победителей конкурса был разослан в регионы. На фестивале уличного искусства «Форм Арт» региональный этап возглавил мурал «Сказочная Ундория» Марата Петрова. В этом году под единым брендом «Сила знаний» работа этого же художника «Перевернутый урок» признана лучшим стрит-арт-эскизом на отборочной стадии. Набирает обороты и театральное Приволжье. Проект, инициированный лично полпредом Игорем Комаровым, один из самых масштабных в округе. В 2023-м охват составил 8700 участников и 200 тысяч зрителей. Мы впервые опробируем новую систему оценки участия регионов в общественных проектах, которая учитывает не только результаты непосредственно финалов проектов, но и охват участников, представительство муниципальных районов, освещение в СМИ и в некоторых случаях другие дополнительные параметры. Окружные этапы показали высокий уровень организации. Кроме того, мероприятия Приволжья расширяют географию. Впервые в интеллектуальной олимпиаде студентов поучаствовали гости из Республики Беларусь. Туристский лагерь «Туриада» также впервые принял настоящий интернационал. Команды из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Таким образом, решается задача государственной важности. Крепче дружба народов, прочнее внешнеполитические связи. Также важно обеспечивать привлечение команд из новых субъектов Российской Федерации для участия в финалах проекта. Еще один важнейший результат – вовлечение молодежи в полезную деятельность. Созидательная работа на благо будущего страны.